Ёптать. Здорово. Давно не виделись. Как я так его не заметил? Патрульные штаны. Но они низкого утепления. Но я их заберу. Штаны карго. Ладно. Выкину. Даже разорву их на тряпочке. Вроде пожарные греют неплохо. Икс. Падры у нас тут. Он такой же тупой, как и остальные, да? Оп, картошечка сюда. Блин, мне показалось, в дом забежал. Ты серьезно? Ты как это сделал? Дядь, ты чё? Ты чё, дядь? Чё, больной? Вот этот поворот. Падре, ты чё, Дядь, ты не шути так. Чё, волшебник? Я тоже могу пару фокусов показать. Ты умирать-то будешь? Молодец. Да, вот это сейчас было. Даже не знаю, что сказать. Ну, еще ходят. Дверку мы прикроем. Чтобы не подглядывали. Что-то валяется. Рубашка. Так, вроде двери закрыты. Ну как, сердитая мадам. Здравствуйте. Так, чем мы тебя оформим? Погоди, тебе тоже достанется. Сколько ж ей надо по мордасам дать, чтобы она откинулась? Тёть, пойдем к этому окну. А то там занято. Ты чё? Ну ладно. Хочешь здесь, давай здесь. Какая мясная. Обыскать. Да, не больно-то много они мне приносят добра. Две пустые зомбячки. Штанишки мои сюда. Может попробовать их битой? Ну, битой я не знаю.
штаны химкостюма. Низкое утепление, но, блин, это штаны химкостюма. Это штаны химзы. Две овечки. Каков шанс, что меня услышат? 99% на самом деле. Если что, побегу сюда. На, разводить костер-то мне нечем. Скину вот здесь рядом с забором мои штанишки. Одного сразу же убил, второго ранил. Но я смогу разделать отверткой. Вроде слышу, бегут. Так, кусок мяса. Кости хрен с ними. Да, такой кусочек мяса ни о чем. Че я мерзну? Охотничьи штаны. Физик. Физик сюда. Сделать комплект. Ну, какая-то медицина уже есть. Смогу я битой допинать этого? Вот какой вопрос меня интересует. К нему же из ружья-то так нормально прилетело. Наверное, 50% хп-то сбил я ему. Блин. Силовым ударом ему несколько раз. А ему хоть бы хны. Есть. Так, ну чё, отверточка, не подведи. Ну да, маленький кусочек мяса. Отвертка готова. Так, ну по сути мне по дороге вот туда. К те дома уж не буду возвращаться, больно далеко. Почему-то я не согреваюсь. Перчатки мокрые, может дело в перчатках. Да вроде нет. Температура как шла вниз, так и идет. Ну, надо найти местечко, где обосноваться. И, наверное, уйти на отдых. А после рестарта уже как-то отправляться. Зарядился у меня не тот патрон, надо будет перезарядить, чтобы место не занимало. А вот температура пошла вверх. Так. Немного мне дала эта деревушка. Два куска мяса. Такое себе. На 3% только у меня повысилась охота. И то, когда я докачаю ее до двоечки, мне нужна будет, скорее всего, книга. Не знаю вообще. Может, без книги можно эту качать, но с книгой наверняка быстрее. О, нифига себе, тут дорог.
Ну, наконец-то добрались. Теперь самое времечко найти какую-нибудь еду. И главное это сделать аккуратненько. У нас буквально один удар до какого-нибудь неприятного заражения. Естественно, медицины у нас нету. Так что крайне аккуратно надо действовать. О, товарищи уже стоят, караулят. Блин. Может, зря я сюда шел. Где дверь? Где дверь? Пустите. Вот дверь. И фруктовых деревьев что-то не вижу. Что это? Монтировка. Ну, возьму пока. Вдруг ей что-нибудь и сделать можно там, не знаю. Разделать, например. Вряд ли, конечно. Опачки. А вот и ужин подоспел. Так. Класс. Открываем. Пойдем в бар зайдем. Ля, и белая еда. Давно я ее такой не видел. О, тут садик есть. Я думаю, в садик мы тоже заглянем, но чуть позже. Колонка под боком и ползучий. Так, для начала мы дверку тут прикроем, дабы к нам сюда никто не зашел. Так, вот так вот будет удобнее осматриваться. Такие красивые домики стоят и прям облеплены этими зомбаками. Блин, стрёмно. А где тут ползучий-то? Куда он делся? Так, ну все, хорош. Бьет как верблюд. Сейчас пока пью, все зомби придут. Так, это мы берем. Погнали дальше, посмотрим, что там у нас есть еще. Текс. Протрес пару деревьев. Нашел два яблочка. В принципе, уже неплохо. Хочется теперь остатки домиков залутать, но, блин, зомбей. Очень много. А вот тут еще какой-то садик. В принципе, почему нет? Хотя пару деревьев. Нашел еще одно яблочко. Уже неплохо. Хрипят, тут ходят. Ну ладно, пусть хрипят. Это их дело. Так, так, так. Гепарик. Штаны медика. Ну почему опять пустые? Ведь могла бы быть медицина. Опа, еще физик. Без переливайки, но все равно. Все равно это нормально. Блин. Так вот сделаю. Перекладываю именно так, только потому что
если вдруг придется быстро скидывать и убегать. Либо не успею подобрать то, что мне меньше всего жалко. Так, надо перекусить слегонца. Заодно местечко освободить. Офигенно, от трех яблок до сих пор стрелки вверх шли. Ну вот, перестали. Накаркал. Сзади дома кто-то есть, а мне как раз туда. Либо пройти через сарайчик. Блин, ползун. Хорошо заметил. Вон бабка. Короче, куда путь держим? На запад. Через лес. Ну давай, погнали. Ну вот оно, Гуглово. Шо ж, посмотрим, что оно нам принесет. Надеюсь, всего и много. Ну, фруктов нет, само собой. Естественно. Откуда тут фрукты? Оп, что-то лежит. Так, так, так. Бинт. Ну, блин. На самом деле... Не то, что бы я хотел. Бабуль, здрасте. Закрой. Нет, с бабулей я встречаться не хочу. Так, сейчас я яблочко захаваю. А вот интересно, он через противогаз ест? А нет, через противогаз не ест, а воду пьет. А чё ты мерзнуть-то вдруг стал? Ботинки повредились. В чем проблема-то? Или тут типа холоднее город? Непонятно. Или ветер поднялся? О, медицина. Так, 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 так. Короче, тут надо кое-что сделать. Вот так вот. Ну, погнали дальше. Тетя. Да ну не пойду в этот сарай, в них нет вообще нифига. Угу. Блин, яблоньку бы потрясти, конечно. А чё, это не яблонька? А, не, нормально. По звукам тут зверьё какое-то рядом. То ли кабан, то ли кто. Бля. Как ты услышал-то? Штаны пришлось бросить. А где ты есть-то вообще? Слышь, дядь. А, ты ползающий урод. Из-за тебя еще тетка спалила. Да вы че, ребята? Блин. Да, это походу кабан. Ну, по максимуму хапнем психички, что делать? Да ты чё, блин?
Неудобное окно. А может дробью разочек дать? Вот это слоумо. Но походу я зря это сделал. Блин. 6-7 патронов. Ого. Там магия какая-то. Как бы вас всех одним патроном. Вставайте в рядок. О, психичка пошла. Вот как это происходит? Как? Тряпка. Ползает там. Надо бы его тоже в дом определить. Так, 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 так. Обыскать. О, еда. Блин. Извини, братишка, не до тебя. Ничего. Стопе, болячка вылезла. А чё, у меня все перчатки? Понятно. Перчаткам кирдык, и мне, походу, тоже.